сижу, я такой себе сижу и думаю. А почему бы куда-нибудь не поехать? Например, в Стамбул. Вот в этом весь Стамбул, маленькие улочки, аутентично. По-моему, в Эрестане нет человека, который не знает эту кафешку, а нам. Мне нравится именно вот такой вот Стамбул. Это какое-то сочетание модерна с гранжем. Безумный шопинг в Стамбуле. Никаких моллов, никаких гламурных бутиков. Вот такой вот хардкор шопинг прямо на улице. И это самый классный шопинг в мире. Весь прикол в том, что ты спускаешься в какой-нибудь маленький подвальчик, и здесь ты можешь просто утонуть в разнообразии одежды. Ее просто много, и все стильно. Самое главное, что с турками очень легко найти общий язык, тебе не обязательно его знать в идеале, потому что они очень общительные, очень добродушные и гостеприимные. Первый раз оказался в Стамбульском аэропорту, который построили недавно, и на удивление себе открыл, что здесь прямо внутри аэропорта находится отель, причем он такой футуристический.